В Махачкале состоялось первое заседание нового состава Общественной палаты Республики. Новым председателем этого коллегиального органа избран Абдулмумин Ибрагимов, который ранее занимал должность первого заместителя главы Махачкалы. Ибрагимов отметил, что перед новым составом стоит немало задач, главная из которых – превратить Общественную палату в реально действующий механизм для решения насущных проблем Республики. Хочу поблагодарить вас за такую единодушную поддержку моей кандидатуры на должность председателя Общественной палаты Республики Дагестан. Мы постараемся, чтобы Общественная палата, вот эта площадка, была главным местом обсуждения всех проблем, которые есть в общественности республики. Мы являемся посредником между обществом и властью. Наверное, скорее наша функция такая – некий контроль, как исполняются законы, и донести до тех участков, где плохо это делается. Я хочу мобилизовать все профессиональные ресурсы молодежи, взрослых людей, которые хотели бы поделиться опытом, идеями, и через общественную палату продвигать эти проекты.